Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В военкоматах Якутии сложилась неблагоприятная ситуация с ведением воинского учета и призывом граждан. По состоянию на октябрь прошлого года около 8 тысяч человек уклонялись от службы в армии России. До декабря разыскано порядка 3 тысяч человек. На некоторых заведены административные дела производства об уклонении от исполнения воинской обязанности. В отношении молодых людей, которые неоднократно нарушали закон о воинской обязанности, переданы материалы на возбуждение уголовных дел. В сети появились кадры отказа двигателя пассажирского лайнера авиакомпании «Якутия», который совершил аварийную посадку утром в Благовещенске. По словам очевидцев, у самолета работал только один двигатель, сообщает «Амур-Инфо». Речь идет о рейсе номер 498 «Благовещенск-Якутск». Самолет вылетел в столицу Якутии, но был вынужден вернуться в аэропорт. Оперативно прибыли спецслужбы. Посадка прошла нормально, пострадавших нет, назначено расследование. Самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс 498 по маршруту Благовещенск-Якутск, по технической причине был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В 10:30 по местному времени самолет благополучно совершил посадку в аэропорту города Благовещенск. На борту находился 31 пассажир, 4 члена экипажа и 327 килограммов багажа. Вылет резервного воздушного судна Ан-24 ожидается из Якутска в Благовещенск в 13:30 и из Благовещенска в Якутск в 18:00. Для расследования причин вынужденной посадки самолета создана специальная комиссия. Авиакомпания «Якутия» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Социальные сети в республике всколыхнуло видео, на котором подросток избивает мужчину. Все происходит в подъезде жилого дома, где группа ребят школьного возраста сначала пропускает жильца наверх по лестнице, затем один из них следует за мужчиной и начинает на него нападать. В МВД республики уже подтвердили, инцидент действительно произошел в Нерюнгри. А глава Усть-Майского района Якутии Юрий Боярский отстранен от должности главы до окончания судебного разбирательства. Об этом сообщили в Следственном комитете. Такое решение принято Якутским городским судом. Напомним, что на экс-главу заведено сразу 2 уголовных дела по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере и изготовлении подложных официальных документов. Также по делу проходит депутат районного совета. Цифровые технологии все глубже проникают в нашу жизнь, в том числе и околоуголовную среду. Так, в дежурную часть по Мирнинскому району обратился мужчина с заявлением о краже ноутбука стоимостью 30 тысяч рублей. Был установлен подозреваемый, которым оказался 34-летний местный житель. В тот день потерпевший распивал спиртные напитки с подозреваемым. После застолья хозяин квартиры заснул, и этим воспользовался злоумышленник. Он увидел на столе ноутбук, сфотографировал его и через мессенджер WhatsApp подал объявление о продаже. Покупатель нашелся быстро, и через час мужчина сбыл технику за 3000 рублей. Технологии ставят под сомнение и добрососедские отношения. На днях в столичный отдел полиции поступило сообщение о похищении сотового телефона стоимостью 18 тысяч рублей. Женщина, уходя на работу, забыла телефон дома. Он оставался на тумбе в прихожей квартиры. Вернувшись после работы, хозяйка не обнаружила аксессуара на месте. Злоумышленницей оказалась 22-летняя соседка. Молодая женщина заметила телефон через приоткрытую дверь в квартиру соседей и похитила его. Похищенная подозреваемая сбыла в тот же день. 16-летний подросток проходил мимо автомобиля в Якутске и решил его обокрасть. В полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестный похитил из салона автомашину и принадлежащее ему имущество. Заявитель пояснил полицейским, что слышал, как заработала автосигнализация, но не придал этому значения и просто отключил. Так оказалось, в ту ночь мимо проходил подозреваемый. Он вскрыл дверь, проник в салон машины и оттуда похитил сумку, деньги и сотовый телефон. Затем скрылся. Возбуждено уголовное дело кража. А в Намсах собутыльник отстоял друга на пьянке, избив его сестру молотком. В день происшествия потерпевшая явилась в дом злоумышленника для того, чтобы разыскать своего брата. Как пояснила потерпевшая в беседе с участковым, ей не нравилось отрицательное влияние, которое оказывает ранее неоднократно судимый односельчанин на ее близкого родственника. В доме она застала брата и хозяина дома за распитием спиртных напитков. Сестра стала требовать, чтобы брат перестал злоупотреблять горячительными напитками и покинул дом вместе с ней. Между женщиной и хозяином дома начался конфликт. Мужчина схватил молоток и нанес им несколько ударов по различным частям тела потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкой тяжести здоровью». Хорошие новости из Мирнинского района.
Теперь в случае чрезвычайного происшествия неотложную помощь могут оказать врачи Айхальской поликлиники. Медики получили новую машину скорой помощи. Автомобиль оснащен современным медицинским оборудованием и способен передвигаться по различным дорогам. Далее продолжит Нария Сивцева. Аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор с функцией электрокардиограммы, медикаменты, санитарные носилки и целый набор необходимых мединструментов – это все в одной машине. Теперь фельдшеры Айхальской поликлиники могут оказать неотложную помощь по пути в больницу. Новый автомобиль поступил в учреждение по программе развития моногородов. Мы очень счастливы, что существуют такие программы моногородов, что мы получили эту машину долгожданную. И у нас теперь автопарк обновлен, укомплектован. И машины, конечно, хорошего уровня, диагностическое оборудование, реанимационное оборудование. Все на благо поселка. Оценить преимущества нового автомобиля скорой помощи смогли не только медики, но и водители. Новая техника способна передвигаться по разным дорогам. Отличает автомобиль и мощный двигатель. Нипочем новой скорой, любой мороз и непогода. Оборудована уже предпусковым подогревателем, также она оборудована кондиционером, это на летний период эксплуатации. В салоне есть также дополнительный блок управления отопителями салона. Поговорить с медперсоналом и осмотреть новый автомобиль лично смогли члены правительства Якутии. Чиновникам показали скорую внутри, рассказали о преимуществах медоборудования. В 2016-2017 году реализуется программа поддержки отечественного автопрома. В ее рамках мы в 2017 году получили 22 автомобиля. Получили 6 автомобилей непосредственно для моногородов. И вот в частности Айхалу как раз вот в прошлом году и в этом году по одной машине досталось. Нурия Сипцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край». А на этом у меня все. Берегите себя.